Приветствую вас на канале Infobum. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Зрелищный триллер 1917 Сэма Мендеса адресован даже тем, кто не интересуется историей и войной взгляд не отвести. К тому же, у фильма рекордное количество номинаций на «Оскар» 10. Признаваться в любви к кинематографу можно по-разному. Казалось, что за последний год вряд ли кто-то сможет переплюнуть Квентина Тарантино, его страсть к кино, продекларированная в «Однажды в Голливуде», выглядела такой чистой, безудержной и наполненной смехом и слезами. Так вам будет казаться ровно до того момента, пока вы не увидите 1917 Сэма Мендеса. Роуд-муви о двух бойцах британской армии, Дин Чарльз Чепмен, Джордж Маккей, которые во время Первой мировой войны должны предупредить батальон о ловушке противника. Драматизма истории добавляет тот факт, что у одного из героев в этом самом батальоне находится брат. В таком кратком пересказе фильм выглядит до нельзя банальным. И причем тут любовь к кинематографу? Спросите вы, а при том, что вместе с персонажами в опасное путешествие отправляется кинокамера, ее зоркий глаз практически ни разу не моргнет, не собьется со следа. Как Горлум в сказке Толкина, она будет ползти за молодыми солдатами, и временами покажется, что это вовсе не камера, а смерть бесшумно продвигается по всей длине фильма. Да, 1917, лента, снятая одним кадром. Минимальное количество склеек превращает просмотр в сеанс гипноза, а военную историю в экзистенциальный опыт. Поначалу лица героев кажутся типичными, головные уборы делают солдат похожими на пешек в шахматной партии. К концу фильма эти персонажи вызывают даже не сочувствие или любовь, ты понимаешь, что добрую половину пути дышишь с ними в такт. Однокадровые ленты — не новость в кинематографе, как и ленты, где техническая составляющая вплетена в сюжетную. В «Нуаре «Леди в озере» 1947 взгляд камеры становится взглядом главного героя Филипп Марлоу, его самого зритель видит лишь в зеркале. Режиссер Роберт Монтгомери был так увлечен собственной визуальной концепцией, что практически забыл о публике, к концу фильма окончательно растеряв ее внимание. Съемки одним кадром с незаметными склейками обычно использовали дозированно, славные парни Мартина Скорсезе, жертвоприношение Андрея Тарковского, круто сваренные Джона Ву, игрок Роберта Олтмана, профессия, репортер Микеланджело Антониони, любой синефил немедленно вспомнит эти картины. Правда, Антониони вспомнит еще и потому, что другой киноклассик и любитель безумного монтажа Орсон Уэллс критиковал своего коллегу за унылость, порождаемую навязчивой камерой. И был не так уж не прав. Сэм Мендес вдохновился канонической веревкой Хичкока и недавним фильмом Бёрдмен. И уже на стадии написания сценария учитывал тот факт, что 1917 будет однокадровым. На этот раз Мендес стал еще и одним из авторов сценария. Произошло это не только потому, что при разработке сюжета нужно было учитывать невидимого персонажа, камеру. Дело в том, что вся история для Мендеса была личной, как и для многих англичан. Мы можем назвать огромное количество картин на тему Второй мировой войны. Причем в написании глобальной кинолетописи участвовали множество стран. Первая мировая никогда особо не пользовалась успехом у кинематографистов, «Тропы славы» Кубрика, вот, пожалуй, один из самых известных фильмов. Бессмысленную, бесславную, полную болезней с полчищами крыс и вшей, эту войну особо никто не стремился показывать на широком экране. Но для британцев она всегда много значила. И для Мендеса в частности. Режиссер говорит, что интерес Голливуда ко Второй мировой войне объясняется, прежде всего тем, что США принимала в ней участие. Но для Европы Первая мировая важна не меньше, практически в каждой семье есть пострадавшие. И красный мак, как символ этой войны, теперь стал символом всех военных конфликтов. Надо сказать, что чего нет в этом фильме, так это пафоса. Как известно, пафос в большинстве случаев становится главным препятствием для максимально точного воспроизведения тех или иных событий. Например, в сцене, где солдат истекает кровью, мы видим, как его лицо постепенно бледнеет, так это обычно и происходит в реальной жизни. Впрочем, есть другая сцена, когда герои попадают в немецкие траншеи и видят,
насколько противник лучше подготовлен к сражениям. Это не совсем соответствует фактам, изложенным в исторических трудах профессора Гэри Шеффилда и его коллег. Считается, что на самом деле британские солдаты были подготовлены гораздо лучше не только немцев, но и войск других воюющих стран. Есть еще кое-что, в какой-то момент вы обратите внимание, что в 1917 перед вами универсальный солдат, он не ест, не спит, а продвигается вперед, несмотря ни на что. Даже проплывает по реке, наполненной трупами, Мендес говорит, что хотел вызвать ассоциацию с рекой Стикс, ведущей в подземное царство. У Тарантино, наоборот, герой в конце проходит через ворота, туда, куда его зовет голос Шарон Тейт, некоторые зрители сравнивали их с жемчужными вратами рая. И в той, и в другой картине мы не знаем наверняка, живы ли эти герои или уже действуют в запредельном мире. Но можно быть уверенным в одном, пока снимаются такие картины, сам кинематограф жив.